Начиная с 0 часов 23 декабря в Донбассе наступает безоговорочный режим тишины. О договоренности, достигнутой по итогам переговоров в Минске, несколько минут назад сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. По его словам, участники встречи также решили, что минские соглашения будут действовать до их полного выполнения. Уже согласован график встреч на январь. Их запланировано три. Первая состоится уже 13-го.